Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. Темой данного обзора будет светильник из коллекции Hexa от производителя Новодворский. Это коллекция потолочных накладных светильников. Они для наружного использования. Предлагаются в двух цветах. Это белый и черный. Светильники такие имеют защиту от пыли и влаги. Степень ее IP44. Первая цифра всегда является показателем защиты от пыли или любых других твердых мелких элементов, а вторая цифра – это защита от влаги. Корпус светильника из металла с матовым покрытием, диаметр его 108 мм, высота 94 мм. Это прозрачное стекло с матовым ободком по краю. Патрон здесь ЖУ-10 из керамики, максимально допустимая мощность потребления лампы 35 Вт. Лампочка приобретается отдельно, я использовал LED-лампу потреблением 6 Вт, а выдает такая около 50. Я его подключил, так он выглядит включенным. Хороший яркий свет, такую модель можно использовать как самостоятельную единицу освещения. Допустим, установив ее при входе, такую площадь он хорошо светит. Или же использовать их группами. Как вариант, это могло бы быть освещение террасы. Крепится он плотно к поверхности. Это два отверстия монтажных, расстояние между ними 7,5 см. Для того, чтобы заменить лампочку, нужно будет весь этот цилиндр открутить, он на резьбе. Вот таким образом он снимается. Вот сама лампочка. Здесь есть силиконовый уплотнитель, который, собственно, здесь и должен быть. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок! С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!